уполз. Тут уже лунок надолбил. Ой. Буквально вчера. Да понятно, что не сегодняшние лунки. Да можно пройтись и вдоль его весь облазить. А? Что значит смысл? Ну где-то кто-то. Какую щуку? Ты ее в руках здесь держал? Вот так вот, тогда нечего. Бутылка с номер 2. Точнее, номер 1. А, блин! Нет, просто подскользнулся. Ну что, расчехляемся, короче, нечего думать. Надо брать и пробовать. Чуть-чуть, говорит, ты слышишь, там шумит как? Это сток из этого пруда. Это не пруд, это озеро, блин. Пруд, говорит, ни хрена себе. Надо полазить. Ничего себе. Тут хреначит. А вы говорите, спелеологи. Ну, каких-то мелочей какой-то, типа уклейки тут не видать. Ни хрена себе. Лёд полметра. А, ну вообще-то морозы же были. Короче, там не клюет, батя сидит. Птиц летает большой, ворон какой-то. Нет, не ворон. Сокел, коршун. Ну, вам, конечно, не видно, наверное, так камера. Сорок несется. Но самое главное, что я перебрался поближе к леску. Вот к этому. Прямо в камыши, в камышатник врагоз. Батя ловит. Точнее, не ловит. Я пришел на старые лунки. Обнаружил тут вот одна. Вон там еще 3, 4, 5. Вон там он еще чуть-чуть подзамело. Короче, лунок до хрена. Сейчас будем мерить сразу глубину. Ловим на мотыль. Мотыль обычный. Красный. Какой может еще быть? Есть черный, есть фиолетовый. В общем, ловим сразу бутербродом. 2 насаживать буду. Вот. Одного сквозняком. Второго за голову. Чик. Готово. Температура плюсовая, поэтому мотыля ни в карман, ни под сиську не кладу. Температура плюсовая, периодически дождик. Ну или что-то такое. Короче, сейчас будем выяснять глубину. Опа. Почти 2 метра. Вот почти 2 метра, да. Вот все. Лежит на дне. Подъем. Да, все, теперь начинаем методично.
методично надрачивать рыбу в попытке ее обмануть. Главное не уснуть за этим занятием. Давай поднимать его. Охренеть, почти 2 метра. Вот буквально в 3 метрах от камыша. Ну вообще обрыв какой-нибудь тут, наверное. Значит, вдоль этой бровки мужики-то и ловят. Я здесь первый раз. Вообще. Что летом, что зимой. Я тебе сейчас тайну открою. Угадай, на какой глубине я ловлю? Почти 2 метра. Обрыв. Вот, за спиной камыш. Я вот здесь бровка, скорее всего, 2 метра. Там 3, здесь 2. Ну, возможно, он прозрачный настолько. Но, скорее всего, ты знаешь, возможно, просто где-то коса песчаная. И видно, скорее всего, вот то, где столбы набиты. Здесь просто намывали какой-то кусок. Или просто надвигали. Ну, на самом деле, здесь не так уж и мелко вообще-то. Ни единой поклевки пока. Не то, чтобы прям уж... ожидаемо, но обидно. Глушняк. Я думаю, мужики бы уже прилетели. Я думал, что клюет. Блин, ну это не клевать должно. Ну, сажай. Веснянка. Козел. И что ты предлагаешь? Ну, сажай. Интересно, она вообще влезает в кадр? Видно, вроде видно. Старик озел.